У каждого времени свои герои. Именно бескорыстная волонтерская помощь оказалась особенно важна в сложное время борьбы с пандемией. Эта помощь не осталась незамеченной. Новосибирске назвали лучших добровольцев 2020 года. Важны не награды, а твоя помощь, как бы твоя мотивация, твое желание. Когда ты видишь улыбку людей и понимаешь, что ты можешь оказать какую-то помощь, и ты действительно значим, это куда приятнее. Алина Миганова, студентка Новосибирского медицинского колледжа, вместе со своей командой приняла участие в проекте «Термометрия в Толмачево». Студенты-волонтеры замеряли температуру людям, прилетевшим в мегаполис. Были люди, у которых была высокая температура, и мы сразу же отправляли их в медпункт. Также обращались с плохим самочувствием. Волонтеры – это не только студенты, но и люди старшего возраста. Те, кто готов жертвовать своим временем и силами, чтобы в трудную минуту помочь окружающим. Многие из вас принимали участие в помощи одиноким проживающим ветеранам, пенсионерам, помогали им с приобретением продуктов, лекарства, оказывали психологическую помощь. Пережить период самоизоляции, помогали врачам, работали в красной зоне новосибирских инфекционных больниц. Психологическая поддержка, которую оказывали добровольцы Новосибирского отделения Красного Креста, потребовалась не только многим сотням пациентов инфекционных больниц, но и врачам, которым пришлось работать в жестких условиях. Люди переключались на себя. И из состояния тревожности они уходили в свой внутренний мир и хотя бы на какое-то время забывали о том, где они находятся, что с ними происходит, и где-то мы включали позитивное настроение. Проекты оценивали по критериям актуальности, эффективности и возможности распространить опыт среди всего добровольческого движения. Конечно, год особенный. Пандемия. Очень многие люди делали настолько искренние и важные для благополучателей, одиноко проживающих людей дела, что было очень сложно оценивать. Там буквально сотые баллы от друг друга отделяли людей. В этом году подали 144 заявки, из которых члены жюри выбрали 30 победителей. А за все время проведения конкурса наградами отмечены более 1000 добровольцев. Станислав Блинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.